Семена петрушки урожайная, а расхайная, можно высевать как весной, так и в начале осени и под зиму. Сорт холодостойкий, хорошо зимует. Листовая розетка полураскидистая, состоит из 11-20 листьев. При срезании зелень хорошо отрастает заново. Листья темно-зеленые, с ровными краями и с очень приятным, сильным ароматом. Зелень можно использовать в свежем виде, а также сушить для ароматных приправ. Урожайность петрушки урожайная составляет до 6,5 кг с метра квадратного. Петрушка урожайная – это многолетнее растение. Петрушка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Петрушка урожайная имеет среднеспелый срок созревания. Плоды петрушки созревают в месяцы июль-август. Форма у плода коническая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.